Нажимаешь. Нет, смотри. Твоя задача нажал и с чуть-чуть нажатым вынимаешь. Идут они? А потом приспособишься как. Баллон старайся вертикально держать. Чем вертикальнее, тем меньше, тем лучше уйдет. Вертикально. Круга 5, больше никак. Да? А? Больше никак. 5 сантиметров. 5-7 сантиметров, да? 5-6 сантиметров. 5-6. Да, 5-6. До самого основания. И вот то, что это, я тебе показал, как это, если липуху вдруг пропустили. Ну, здесь покажи в любой точке. Под 45 прокол делаешь. Вот так. Да, да. Потому что, когда перпендикулярно, она не выходит. То есть, 6-7 проколов делаешь в одной точке. Чтобы сформировать именно липуху там. Это вот в случае, если это есть сомнения в этой точке.